Здравствуйте, приветствую всех на канале Дачные Советы. Вот, продолжаем мы свой путь в Тюмень. И вот это вот какой-то поселок очередной. Вновь я снимаю. Ну, хочется показать, как живут люди в других областях. Вот. Тоже частный сектор. Довольно-таки неплохие домики. Все красиво, все ухожено. Также хочу, пользуясь случаем, поздравить всех работников торговли с Днем торговли. Это наш профессиональный праздник. Я очень люблю свою работу. Давно работаю в торговле, очень мне нравится работать продавцом. Ну, вообще в торговле мне нравится работать. И хотелось бы пожелать всем работникам торговли хорошей прибыли, побольше покупателей, отличного настроения, здоровья, конечно же. Вот видите, вот это частный сектор Тюменской области. Вот так вот он выглядит. Там он какой-то более такие. Приличные домики такие. Ну, хотя вот это вот все-таки местность, я так думаю, сельская. Это как какой-то поселочек в пригороде Тюмени. Вот так вот он выглядит. Вот видите. Ну, дома, видно, что старая постройка, трехэтажные дома. Но, тем не менее, для пригорода, в общем-то, неплохо, я так думаю. Тут кемпинг, гостиница, дорога. Ну, вот так вот все красиво, прекрасная погода. Вот так вот все выглядит. Червишево. Так, видимо, поселок называется. Так, и сейчас с правой стороны тоже. А, ну и с левой стороны, кстати, вижу тоже. Поселок, видимо, этот продолжается. Вот с правой стороны. Смотрите, такие домики прекрасные. Ну, сердце радуется, глядя на такие поселки. Я очень горжусь тем, что у нас сейчас такие дома можно построить красивые. Видите? Красиво, все красиво. Люди строятся, живут. Ну, мы уже, конечно, подъезжаем совсем близко к Тюмени уже. Ну, а тут уже какая-то стройка. И там вот вдалеке, совсем-совсем вдалеке, я так понимаю, это уже тюменские какие-то постройки. Сейчас я приближу камеру. Вот какое-то там здание красное. Красного кирпича, видите, далеко так. Это уже, конечно же, Тюмень, сама Тюмень. Ну, вот река Пышма. И вот там тоже. Ну, там, я думаю, скорее всего, садовые участки. Уже вот эти домики, это уже, скорее всего, садовые участки. Это уже не поселок. Ну, вот она, дорога. Дорога на Тюмень. На этом ролик заканчиваю обзорный по пригороду Тюменскому. Всем до новых встреч. Пока-пока.